Мэр Магадана Юрий Гришан проверил, насколько детские лагеря готовы к летнему сезону. Всего в загородные места отдыха будет более 1000 путевок. Первая смена стартует уже 7 июня. Из-за пандемии в прошлом году лагеря не смогли принять детей. В этом количество мест снижено на 25% в связи с эпидобстановкой. Детей у нас меньше не стало, их у нас больше, а путевок будет, к сожалению, меньше. Но начинаем с таких цифр. Надеюсь, что уже 2022 год будет полным заполнением. И я благодарен за то, что выделило правительство Магаданской области, губернатор, нам достаточно денег для того, чтобы привести наши лагеря загородные в надлежащий вид. Немало работы в спортивно-оздоровительном комплексе «Снежный». В 2020 году учреждение работало как обсерватор, поэтому сейчас подготовка идет более интенсивно – ремонтные, восстановительные работы. За то время, пока «Снежный» был обсерватором, специалистам удалось сделать кровлю и фасад здания. Сейчас набирают коллектив, педагогический состав и готовят новую программу. Каждый год мы прописываем новую программу летнего отдыха. Мы никогда не дублируем программы. Плюс еще в этом году мы хотим опробировать интересную новую программу на наших профильных отрядах. Когда-то они были «Патриот», это по военно-патриотической направленности. В этом году мы хотим заняться развитием детско-юношеского туризма. На базе наших профильных отрядов будут организованы специальные отряды с немного повышенной возрастной группой. Это дети от 10 до 15 лет. Будут привлекаться специалисты по спортивному туризму, это профессиональные тренера. В «Снежном» за все лето отдохнут около 600 детей. Это будет 3 смены по 21 дню. Для ребят предусмотрено пятиразовое питание, а также интересная развлекательная программа.